15 единиц оружия и около 1000 патронов. Таков улов тарасских полицейских, которые продолжают поиски похищенного огнестрельного оружия на территории города после январских беспорядков. Сейчас стражи порядка и военные вместе со служебными собаками проверяют все заброшенные объекты города, включая подвалы и чердаки многоэтажек. В результате правоохранители нашли оружие на территории городского кладбища. Только за неделю поисковой операции удалось обнаружить 3 автомата Калашникова, 6 охотничьих ружей, 3 пистолета Макарова, 3 травматических пистолета и около 1000 разнокалиберных патронов. Все находки направлены на судебно-баллистическую экспертизу. Вместе с тем продолжается акция по добровольной сдаче оружия. Лицо, сообщившее об их расположении или добровольно сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности.